привет, с вами снова я, Ноут. Ну, некоторые люди рады меня видеть, некоторые нет. Ну, сегодня такой день, когда мне вернули ненадолго провода от компьютера. Сейчас час ночи, мне дали только для того, чтобы я сделал уроки, хотя, скорее всего, это никому не интересно. И уже когда, конечно, когда все давно прошли Battlefield, из летсплейщиков, обзорщиков, кого угодно. Конечно, я начну, когда уже все давным-давно прошли. Может, кому-то это пригодится, хотя я не уверен. Ну, я сделал новую заставку, вы ее точно уже видели. Даже не сделал. Не могу даже сказать, что я ее делал. Потому что сделал я ее буквально за 20 секунд. Быстренько обрезал, вставил пару слов. Вот так. Что ж, давайте начнем. Начинается у нас игра. Врага. 300
патрон, пусть я и не умру. Выживу, исцелюсь сам собой. А у вас две пустилы все. Он здесь? Не знаю, я забываюсь. Где-то здесь должен быть. А, вот сразу здесь. Вот, сейчас будет. Ты один? А? Я один. Меня бросила жена. Теперь я один. Надеюсь, вы не слышите эхо, потому что у меня как бы колонки. Но я их сделал потише, чтобы не звучало громко. Давайте пройдем первую операцию хотя бы. Сейчас поставлю секундомер на айподе. Чтобы хоть что-то запомнить. Да. Будем снимать около 20 минут, потому что мне еще и второе сочинение писать. Да, грузится долго. С этим, извиняюсь, я ничего поделать не могу. Кроме как вырезать это. Очень так неприятно. Долго. Ужасно. О, заставочка. 8 часов назад. Я буду озвучивать. Не знаю зачем. То вдруг кто не увидит. Так лучше? Так лучше. Ага. Ну да. Вы кто? Вы СРЛ? Доброе утро, сержант Блэкберн. И когда вы расскажете мне, что происходит? 18 часов назад мне позвонили из нацбезопасности. Сказали, что арестовали одного морпеха, с которым мне надо поговорить. Есть угроза теракта в Нью-Йорке, а морпех говорит, что владеет информацией по его предотвращению. Мало того, теракт, по его словам, должен случиться сегодня. И вот мы здесь. У вас потрёпанный вид. В смысле, выглядите как полное говно. Спасибо за комплимент. Кто это? Это он. Это Соломон. И вы до сих пор думаете, что он собирается нанести удар в Нью-Йорк? А вы? Потому что он так сказал. Читал я дело. Он же себя прикрывает, не знает того, что нам нужно. Стойте, послушайте меня. Потом хоть закопайте, мне все равно. Вас хоронить не надо. Вы уже мертвы. Он не знает того, что нам нужно. Это наша работа. Да, я попробую. Сейчас вы объясните нам сценарий атаки. Будете сотрудничать, и, может, даже выберетесь из дерьма, в котором сейчас по уши. Вам надо, сержант Блэкберн, лишь объяснить нестыковки, ясно? Когда вы впервые узнали о Соломоне и ССО? 9 месяцев назад. Операция Swordbreaker. Иракский Курдистан. Так. Продолжайте. Да, я так только хотел сказать, сейчас мы, наверное, будем начнем играть. Да. Да, я уже, конечно, все это проходил, но до конца этого не нашел. Страдал всякой ерундой. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Внимание, выход на исходную через 5 минут. Прием. Принял. Эй, кто-нибудь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным нытиком, Монтес. Я просто говорю, братан, что если дело в ССО, то нам надо в Иран, не в Ирак. Они переходят границу, друг. Они те еще ребята, да? И цацкаться с ними нельзя. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Ситуация развивается. Высаживай команду как можно быстрее. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтес. Да, пора выбираться. Так, двигаем. Пошли.
кастрированный. Похоже, на вечеринку мы опоздали. Где десантная группа? Так, вон туда, направо. Спасибо. Такой. Ты когда-нибудь задавался вопросом? Какого хрена эта часть шарика постоянно бурлит? М4 просто. На разные модели этого оружия. Плоская картошечка. Видите, вот это картошка. Это не яблоки, это картошка. Почему? Потому что картошка всегда плоская, а вот яблоки не могут быть плоскими. Они должны быть объемными. Blackburn, быстрее! Вот, вот это вот. Все объемное. Вот добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана, опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. 9:30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе район. Я сломал ваш компьютер. Ваша задача найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли. Чечоньки, пошли. Господа, мы отстаем. Давайте найдем этот патруль. У нас сводка по противнику в этом районе есть. Положим самое худшее. Я нажимаю на шип. Ого. Начали! Вот, все, теперь я могу бегать. Горящие мусорники. Умри! Сина! Это что я убил? Я ее так начал. Определяйте цели. Это что, школа? Точняк, я же все время забываю. У тебя на родине школ-то нет. Держаться вместе. Смотреть по углам. Кстати, в прошлом видео Darksiders, я помню, что мне вообще ни хрена не было слышно практически. Говорит ближе к микрофону, но не настолько громко. Так, лагануло. И опять лагануло. Что это было? Надо сказать саперам, чтобы рвали свое дерьмо где-нибудь подальше. Сейчас будет, по-моему, первая мочилка. Есть большой открытый перекресток. Стоп! Назад! Пропусти! Эти текстуры как в Бордерленде. Походу они прятались от меня. Я так и не знаю. Проходим койками! Блэк, ты и Маткович, берите дверь справа. Двигайте. Давай, Блэк, сейчас! Блэк этот, Сильвер Уфа. Я, конечно, не знаю. Да хрен ли так лагает? Когда так не лагал? Ты, дверь. По-моему, здесь пусто. Ни одного гражданского. Ни хрена мне это не нравится. Я думал, меня убили. Обстрел! Снайпер! Дымовая пошла! Пробел! Где это, сука? Затаскивай его! Быстро! Раз пробел! Ой-ой-ой! Еще раз пробел! Пошли! Мы прыгаем и тащим его. Чувак, где ты? Граната! Кидаем гранату! Продолжать огонь! Смотрите, я ведь не атаковал. Вот они! Выбейте засранца! Атакую! Так. Обычно плохие. Я не имею в виду. Ну, вроде все. А, мне, по-моему, тут нужно будет... Движение, движение! Пошли, пошли! За мной! Ты в порядке? Отлично! Окей, я встал. РПГ на 12! Бегаем! Машина! Подходи к машинам, охрен он у машины. Свои на подходе, свои на подходе. Всем огонь по зданию! Блэк, за мной! Здание на том конце стоянки. Обходят с фланга. Движение! Вон там, там! Снял его! А я понял! Я, конечно, не знаю, но...
Вау, даже здесь жетончики. Прям как мультиплеер. Я сниму с тебя жетон. Я сниму с тебя жетон. Подержи его еще немного. Снайпер еще там. Прекратить огонь. Заходим внутрь. Привет, друг. Чувствуешь? Чувак, чувствуешь? Сейчас не будешь. Так, поднимаемся. Следить за секторами. О, я помню этот момент. Надеюсь, Чав будет в порядке. Все. Чад? Он крепкий, сукин сын. Чав. Новый толчок? Подход. Продолжаем. Чуваки, я самый быстрый у вас. А куда идти? Внимательнее. Я все открою. Дайте я открою. Давай, открывай. Снайпер, бежим, 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 там снайпер. Дерьмо, слишком открыто. Иди от укрытия к укрытию. Не тормози. Атакую. Эти парни не местные. И говорили не по-русски. Аль-Башир собрал здесь звездный состав террористов из Ирана. Хотелось бы знать. Ладно, давай уже на крышу заберемся. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Снайпер все еще там, осторожно. Так, теперь. Чисто! Черт, контакт! По-моему... Где он? Я его не вижу. Он сломал мой горшок. Это сраный полтинник. Не высовываться! Я убью его, он сломал. Точно в отеле! Перебежками по укрытиям. Надо его выбить. Двигаемся, иду. Ай. Так, это синий. Так, его видно? Есть. Это снайпер, что наркоман, он в кого палится? Горшки. Черт, продолжать движение. Чем они ему так не угодили? Хватит. Вот этот чувак должен мне... Ты что толкаешься? Ты что толкаешься? А? Так, хорошо. Снайпер там. Конечно. На той стороне улицы. На полпути где-то. Прочно засел, гаденыш. У меня гранатомет есть. Дай его, Блэк. Давай. Ни хрена, он из одного гранатомета другой вытащил. Лучше тебя никто не сделает. Видел, блеснуло. Размажь его. Давай, братишка! Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. 3, 2, 1. На подавление! Я же все вовремя сделал. 3, 2, 1, и я хуй. Ладно, давайте не будем считать. Этого не было. Вы ничего не видели. Надеюсь, недалеко. О, ну близко. Тебя никто не сделает. Чего? Видел, блеснуло. Размажь его. Давай, братишка! Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. 3, 2, 1. На подавление! Я так и думаю, что он... Это было красиво. Ой, ой, ой. Мы крутые! Мы крутые! Давайте найдем этот патруль! 1-3, санитарная команда. Мы тут вашего парня подлатали. Готовы забрать его на базу. Можете нас прикрыть оттуда? Надо будет прикрывать. Север! Бродяга 1-3 на позиции. Все чисто. Вас понял, выходим. Моя точка. Отслеживать противника. Наши парни там как на ладони.
вижу противника. Движение на улице. Мы в руке. Выбейте их, один три. На балконах слева! Боевики на крыше, четко перед нами. Противник! Отслеживать улицу и крыши! Атакую! Это лаги из-за того, что у меня... Капс. 1-3. Похоже, отделяет полное видео. Отбили! Вот, все полное. Чисто! Скажем так, то, что я снимаю на отдельное видео... Мы можем убраться с этой ебучей крыши? Пожалуйста. Назад уже не война, и там. Другой путь. Чуваки, не, я очкую, побежали. Стремненько мне как-то. Чё-то остановился. Ты же такой умный, давай палку пихай. Это нереально. Это можно использовать. Я перепрыгивал. Давай. Чё-то. Сраный бойскаут! Бойскаут. Перепрыгнуть не так что. Ну, с виду, по крайней мере. Может, жизнь по-другому, конечно. Пошли, ой, пошли. Видели, как я пролетел? Это like a pro. Это космос. Где ты там? Они такие, как пробуют прыгать. Прокуристы, солдаты. Так, хоп. Я вот такой. Хоп. Бой вообще под лестницей. Она от лестницы не так. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Доложите обстановку. Небольшая задержка. Продвигаемся к расположению цели. Прием. Мы идем. Надеюсь, они в порядке. А что будет, если победят ССО? Страна под руководством террористов? Плохо дело. Брат, да Америка основана террористами для террористов. Ты думаешь, кто войну за независимость вел? Историю пишут победители. Как ты вообще в морпехи попал? Да я и сам удивляюсь. Страшно. Всем быть начеку! Танк тут плохой живет. Выбивай дверь. О, вот сейчас будет самый вообще противный момент. Ну, уже почти 20 минут. Сейчас нам нужно будет резать провода. Вот здесь.
Бродяга главный, я бродяга 1-3. Прием! 1-3, думаю, это возможно. Ждите инструкции, конец связи. Слушай, с этой хренью что-то не так. Ага, я вон что нашел. Это очень плохо. А вот тут вторичная! Ты что, провод не можешь обрезать? Я не буду ничего резать, пока не пойму, куда он идет. Блэкберн, ты пойдешь, иди по проводу. Он вообще так в колесо смотрит. Окей. Дыщ. Все, режем стиральную машинку. Уже никак не прет. Не чувствую я себя нормально, друзья. Опять бежать. Блэк, под плотным огнем. Завтра я буду пободрее. Я выложу до сегодня, но все равно еще куча времени. Посмотрим на плюшевого мишку с проводами в животе, на бензин. Мы испарили его. Он испарился, ребята. Мы в текстуре. Ну ладно, все. С вами был Ноут. Всем спасибо за просмотр. Попрыгаем. Да. Ну интересно, нахрена было вот так вот по трубе. Да мы по вот этой трубе ползали. Не, вы смотрите, мы. Нет, мы вот по вот этой трубе ползали. Я не верю, ребят. Давайте пойдем направо. Быстренько так сходим. Бродяга 1-3, это 6-6-5-0. Вижу вашу позицию, вижу цели. Вступаю. Еще одна безбедная. Хорошо, ну что, всем спасибо, все, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, очень прошу вас, потому что подписчики у меня только получаются, иногда появляются. Ну, всем, кому понравилось это видео,
как я уже говорил, ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии под видео, конечно. С вами был Нолд, всем спасибо за просмотр, всем пока!